Так, готовы? Мы готовы или не готовы? Мы скорее всего, готовы. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Нейтгвард. Ну что ж, ребята, финишная прямая, я так понимаю. Вот эти, обычно вот эти турникеты отделяют какие-то части локации. Так, кстати, я могу? Подожди, стоп, чисто открой! Ради эксперимента. Сейчас. Ай, блин, не могу вернуться. Я думал, сейчас будет очень, ну, было бы очень странно еще вернуться через крюк, и как бы дверь заклинила, и на этом игра окончена. Обычно ряд такие турникеты отделяют какие-то участки игры, то есть мы перешли, обратно пути уже нету, от слова совсем. Там лежит какой-то ствол, ну да хер бы с ним. И мы идем сейчас к Комстоку, в его основную башню, для того, чтобы напить ему ебало, выключить систему защиты под названием Соловей и из этого города, собственно, выбраться. То есть все максимально просто. Ну и плюс по пути надеемся получить ответы на свои вопросы, потому что пока что в 75% вопросов ни хера не ясно. Мы узнали только о том, кто этот город создал, и, собственно, про эти квантовые измерения, про разрывы, там, нам немножечко разъяснили. Стало чуть-чуть попроще, но относительно вот этого мирка, Комстока, что, как, почему, пока не ясно. Но будем раздупляться. Так, ладно, погнали. По оружию все хорошо, опять у нас сменился этот гребаный непонятный тоник. Мне нужен, значит, наскок, наскок просто имба. Регенит щит, я ломаю лица. Так, деньги, забрать все. Я с этого города, блядь, всю копейку вынесу, вот абсолютно всю. Что там, анархисты в нашем городе, хроники Колумбии. Какие нахрен анархисты, мы нормальные ребята, просто немножечко более веселые. Можешь? Бать, жмякай. Двойной циферблат? Это просто. Я читала, что дураки обычно держат шифр поблизости. Надеюсь, хозяин здесь дурак. Так. В смысле? Не найти шифр, что ли? Двойной циферблат. Здесь у нас три цифры, лампочка, и на этом все. Так. Двойной циферблат. Обычно хозяева вроде держат... Оно. Вроде бы оно. Где? А-а-а! В смысле, ты про деньги? Да нет, это херня какая-то. Что это? Найти комбинацию. Да это просто бумажки. Ты так любишь всякие замки и шифры? Когда живешь в клетке, подобный интерес возникает сам собой. Пожалуй. Меня никто не запрещает. Да это... Что? А какого хер... Такая же статуя в нашем дирижабле меня тоже постоянно пугала. Я так и думал, что, сука, рано или поздно она активируется. Элизабет. Так, ладно, хорошо. Будем это иметь. Что там, 0451, ты пошла открывать, да? Здорово, здорово. Че, как жизнь? Все как, все нормально все? Понятно, система оповещения. Я так понял, эта штука оповещает этого гребаного соловья о том, что мы прибыли. Так, шифр реально был на столе, вот так просто под книжками лежал. Это, конечно, это невероятная херена. Давай, 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 быстро жмякай. Давай, Элизабет, давай, что случилось? Я его остановлю. Нет. Эту клятву ты не сдержишь. Но обещай мне, если что, ты не дашь забрать меня назад. Чё? До этого не дойдет. Ясно? Я чё-то не понял, у нее после того, как она обрезала волосы сзади, что же, какой-то момент был, сексуальный скачок, гормон ударили в голову, я не знаю, что, я стал более красивым, почему она, во-первых, стала так сильно ко мне вожделеть, у нас возникла какая-то непонятная любовь, хотя у нас до этого была полная ненависть на протяжении всей игры, и что за... Ты не сможешь его остановить, ёбаный, какая-то курица летающая! Сука, дай мне этот, какой-то топорик, я этой курице отрежу голову и пущу ее по огороду гулять. Ну, блядь, сука, гули-гули тут всякие, воробьи. Так, жмякай. Покинуть район, все, я готов. Пугает меня тут всякими сказками, говорит, задуши меня, если что. Ага, конечно. Наверное, девочка думала, достаточно убрать Фицрой, чтобы покончить со всем этим, но Фицрой не одна, а таких множество. Да весь город в этих засранцах, тут все, блин, не очень, я об этом уже говорил. Так, дом Комстока. А что я сижу, блядь? Алло. А там понеслась просто. Да-да-да-да. Я вижу, они тоже отбитые.
пиздец. Это не знаю, это что это за поля Лордерона, я не понимаю. Что это за Орду, за я... Ёб твою мать! Так, погнали. Погнали, хара сидеть. Тихо, я могу спуститься вниз. Здрасте. Просто хотел немножечко осмотреться. А, вот там какой-то разломный вижу, да? Так, у нас есть соль. Давай немножко солей. Так, что происходит, непонятно. Сейчас надо будет потихонечку вдуплять, а взять солей. Взял солей. Эта штука открывается? Эта штука ничего не открывается. Что-то еще есть интересное? Так, ладно. Какая-то платформа, куча злых людей, какие-то молнии херчат, все, блядь, в тумане. Дирижабли летают. Ну что это такое? Ну что с этим делать? Так, сольки я подобрал. Че, просто возвращаемся обратно? Ладно, полетели. Еще на полном разгоне, значит, залетаем из двух ног, ломаем кадык любому, кто находится. Так. Давай москита сделай. Ой-ой-ой, по нам стреляют. А по нам просто ебашут. Я здесь! Тихо. Сука. Спокойно. Ой-ой-ой, тихо. На, сука. Тебе такое. Я очень заряжен. Спокойно. Какая нахрен зенитка? Сейчас мы с ней разберемся. Этой зениткой. Блять, ствол, кстати, значит, мне потихонечку нравится. У нас же есть гранатомет. А че я мелочусь-то? Сейчас, секунду. Где эта летающая мразь? Вот она. Ля! Гранатометчик-то решил спрыгнуть на крышу. Ну? Ну, Билли. Бобби. Где ты есть? Так, ну-ка, москита еще раз, давай, открывай. Сука, ну и мразь, а. Я там вдалеке, блин, зашел, чтобы не было нихера видно. Я опять с милтоник, я постоянно забываю, что надо эту кнопку не трогать. Забить про нее нахер и все, и просто не трогать. Лужа воды, спасибо, не буду трогать, я тоже. Медикаменты, нужны патроны, полиция Колумбии. Опа, дробаши. Конечно, неплохо, но это то, что нужно. Медикаменты. Так, соли, медикаменты. Ладно, похиляемся. Блин, там война вообще, короче, я так просто как... О, блин, ты уже здесь? Сука. Тихо. Да ёб твою мать. Боезапас, давай боезапас, быстрее, срочно. Да давай боезапас, патроны кончились. Ладно. Подожди. Малыш, не уходи. Так. Нужны патроны, мне нужны срочно патроны. У нас ни хера нет патронов, только странный гранатомет, то очень плохо. Что у тебя было? Обыскать труп. У тебя были патроны, у тебя не было ни хера, походу, бомжи одни. Ракета, Букер! Какая ракета? Какая к черту ракета? Блять, не то хотел! Мне надо пересесть на другую сторону. И туда поехал. Ладно. А я могу развернуться? Да ладно. А, так. В конце игры узнал, отлично. Мне кажется, есть функция разворота. Вот. Да. Сейчас мы на этот кораблик потрясающе-то и заедем. Давай, сука, опускайся. Опускайся, я сказал. Я могу туда спуститься? Конечно, могу, блядь. Так. Сука. Не. Все, потопился. Понятно, у нас проблема. Блядь, проблема. Да подожди ты. Где этот пончик? Где он? Чё пчепелинка это? Где жирный? Что происходит? Где москит? Москит, быстрее! Да где жирный, ты мне скажи, я и жирного не вижу. Сука. Да иди же, пассатижи! Откуда какие-то, блядь, уроны летят? Не пойми, что происходит. Медикаменты. Сейчас. Похилялся. Что за срань? Враги прутые, я не вижу жирного. Куда жирный делся? Сука, сбей эту мразь. Забирай! Спасибо. Твою мать. А что мне надо сделать вообще? Подождите, бляха. И стимы всякие открываются во время боев. Где враг-то, что я не понимаю? А, нет, все, я поймал, блядь, сейчас мы его размажем. Да ёб твою мать, тут видишь, я стреляю с другим человеком, что ты не лезешь, падла. На! Бля, побежали. Мне нужны патроны, ребята, патроны. У кого-то есть патроны, боезапас. О! Подождите.
то, что доктор прописал. У меня что-то за винтовка была. У меня какая-то штука называется. Непонятно, какая-то картинка красная. Боезапас для магазина винтовки. Это, походу, оно. Да. О, классно. Кому нужны эти бумажки? Кому нужны бумажки, никому не нужно. Нужно ломать лица. Мы за этим сюда прибыли. О, прокачки тут, ребят. Тут прям полный комплект. Все, что хочешь. Так, плюс к ловушке. Я могу усилить длительность шока за 575, а я считаю, что бабки просрал. Дешевая посылка увеличит длительность щита и снижает затраты соли. Плюс отражатель позволяет хранить понятно, короче, ребят, прикольно. Куча плюшек открылась, а мы без денег. Печально. Так, где этот засранец? С этими странными ракетами. Тихо. Все? Все чи нет? Ты куда жирный делся? Так, тут открывай. Замок. Это что? Слушай, это то, поливалка, нет, о чем ты попросила в лавке. Угу. Что Соловей с тобой делал? Если он вернет меня, то это смерть, мистер Дэвид. Или что-то такое, что я не вижу разницы. Ой, да ничего он такого не делал, она просто боится, что вернется в башню. Но это как бы нормальное явление, когда ты 24 года прожил в странной башне, как бы, и туда возвращаться... После того, как ты на воле побыл, как по местным пляжам походил, как бы, ну... Вообще не хочется. Гормоны играют, ей как бы хорошо. Она хочет пить, бухать, там, веселиться, кушать, заниматься самообразованием. Свободно передвигаться куда хочет. Так, можешь это открыть и там, серьезно? И там. Вот этот старый замочек? Да. Так я не понимаю, куда он нас идет, честно говоря. Все. Сейчас разберемся. Так, патроны, хоть что-то есть вообще? Деньги. Мне надо 575 баксов. Это что? Это градобой, я его брать не буду, нихера. Бесполезная штука. Это что? Тоже какая-то разлитая срань. Мне бы дойти, мой пулемет старый, было бы очень даже кстати. Так, это у нас что? Аллея гармонии проход. А это у нас куда проход? Непонятно. Тут какие-то уже не совсем народники пошли. Что за, блядь, фрау местная? Твою мать. Так. Банк пророка. Нашла деньги. Ну еще мы в банке. Как тут нужно найти деньги в банке? Это же очевидная вещь. Отмычка. Мне здесь не нравится. Какое-то плохое место. Ну, отвратительно. Банк должен быть более приятным, чем это. Так, здесь заперто. Сюда, походу, придется идти попозже. Как обычно, я завернул из двух дверей в ту, которая ведет нас непонятно куда. Банк пророка защитит будущее вашей семьи. Ну, конечно, блядь, видос даже смотреть не буду. Я задолбал уже. Это пропаганда, это городская. Тут, блядь, мозги просто плевать. Нам надо в дом Комстока, Букер. Пойдем отсюда. Пойдем. Раз в дом Комстока, значит, надо идти в дом Комстока. Правильно. Конечно, такой немножечко в плане прокачки. Вот этот расход сейчас не бабла. У меня сейчас денег 64, отлично, я насобирал в банке нужные копеечки. Не зря зашел. Так, прокачка молнии, это мое основное оружие. Я постоянно пользуюсь его. Длительность чертовой молнии, где она? Усиление наскока добавляет взрывной урон. Ух, ебать, еще есть наскока. Блин, тут, блин, вот эти две основных прокачки, которыми сейчас основным пользуюсь. Надо теперь насобирать еще пятихатку. Еще и буду во время подскока ломать лицо. Но это вообще сказка. Так, у нас здесь прощальный переулок. А, прощальный, попрошайный. Теперь Колумбия принадлежит народу. Да? Что-то я не помню, чтобы народ просто так валил людей пачками. Тогда этот народ нихера не стоит, честно говоря. Бляха. Опять 20 отмычек, которые я вот нихера не использую. Чего бы только открывать этими отмычками? Блин, собирать деньги с помощью солей или не собирать? Ладно. Пока соли есть, почему бы и нет, говорится. Так, у нас молния получается на 4, надо запомнить это. Никак не могу запомнить. В цифрах тяжело ориентироваться. Во время боя. Ну, потихонечку денежки собираются. Ну, крайне медленно. Да-да, купи дом. Так, банк пророка, аллея гармонии, главный вокзал, фотостудия, площадь Победы. Мемориальный сад, рынок, лаборатория Лютес, чудесная мелодия, дом... Ну, конечно, дом Комстока находится в самом конце, в самой заднице. Кто бы, бляха, сомневался? Я не сомневался ни на секунду. Так, снайперская винтовка? Давай. Раз предлагаю, давай возьмем.
За Фицрой, говоришь? Что там местные снайперы работают? Где? Где? Так, где снайпера-то? Что-то я не вижу нихера. А? Зайчку заметил. Да ты что? Ой, да ты что? Конечно, блядь. Берегись, снайпер! Где второй? А, понял. Блёха! Берегись, снайпер! А, все, я нормально, все в порядке, сейчас надо похерать только. Вижу, точки, спасибо, что заметил, спасибо. Сейчас мы с ними разберемся, я профессионал. Я прошел этот, блядь, в Нормандии, нахуй. Давай, покажи своего личика. Отлично! Все? Вообще спокойно. Даже не напрягался. Так, там есть подъем наверх, можно было в принципе залететь так сломать это, но. Мы сделали более правильно. Так, здесь тут просто шпильки. Блин, постоянно, почему-то она все время стала все скрывать по просьбе. То есть, как бы это полиция, отделение полиции. Она вскрывает просто без моих отмычек. Нахера я их собирал? 20 штук. Элида, скажи, пожалуйста. Я, блин, работал, жопу свою надрывал, собирал чертовы отмычки, а ты открываешь все просто как бы своей какой-то шпилькой, не знаю, универсальной. Не шпилька, а я не знаю, блядь, маленький ключник из Матрицы. Так, здрасте, отделение полиции. Главный департамент полиции города. Ага, понятно. Департамент у нас стал пиздец, скорее всего. Значит, что? Я тебя лично прикончу. Ребята, ну зачем? Зачем вам это? Зачем? Зачем, брат? Просто скажи мне, зачем? Я как бы ваш символ, соберись, кончу. Я их не понимаю, они тупые, что ли? И настолько мозги промыли, то есть, блин, вот это не народ, это какие-то умственно отсталые имбецилы. Я являюсь вашим символом. Букер Дэвид, это как бы, ну, из-за чего вы все воюете, типа, я как бы жертва, меня убили, поэтому надо было объявить войну. Какие-то непонятные ребята. Так, набор отмычек еще. Да блин, что-нибудь открыть можно было с помощью отмычек? Я только отхожу и нахожу, блин, и все как бы на этом. Оба лифта сгорело. Здесь что, реально ничего нету, что ли? От слова совсем? Только искрящий ток и все. То есть ни ресурсиков, ни тайников, какой-нибудь уникальные кнопочки. Нажимаешь и открывается там вот этот водопад. Там тебя ждет этот какого... ну, это дворецкий Бэтмена. Альфред. Нет, такого ничего. Ну, это капец. Блять, начинаю чувствовать себя каким-то, не знаю, ущемленным просто. Она собирала 22 отмычки, как бы, и нечего ими открывать. Так, крюки наверх. Сейчас посмотрим, приманка. Деньги валяются на полу. Нашла. Дожрались? Деньги. Лови. Спасибо. Я вот там что-то в магазине вижу. Ни хера себе, что я могу, блядь, целый метель организовывать. Нет, спасибо. Слишком много энергии это требует. Так, ладно, что тут наверху было? Патроны на снайперскую винтовку. Походу на этом все. Прыгающие точки, я могу прерваться на ту сторону. Это просто нужно было для того, чтобы убивать снайперов без снопы. Это ошибка. Я могу зацепиться? Конечно, могу. Сейчас бы я разбился, было бы некрасиво. Была бы просто лепешка. Так, вот тут явно есть проход. Это очевидно. Давай иди, сказал. Давай, сука, иди. Сейчас мы аккуратненько по карнизу пройдем. А что у нас там снизу? Что-нибудь интересненькое. Я так иду по карнизу, а снизу, может, что-нибудь интересное тут происходит. Так, мне кажется, сейчас разобьюсь. А, ну так оно и будет. Так, деловой еще там этот, бла-бла-бла. Блять, если сюда упаду, я разобьюсь или выживу? Изи, просто изи. Наконец-таки с помощью отмычек можно что-то открыть. Открывай. Спасибо, хорошо. Игра. Просто спасибо, что предоставляешь мне возможность что-то взламывать. Так, что у нас здесь? Какие-то ребята хотят нас убить. Ну это даже смешно, ребят. Ну вы чё? О чем речь, брат? Это было прям лишнее. Тебе это просто было не нужно. Так, что у нас здесь? Шкафчики, херявчики. Ничего интересного тут нету. Нахера я сюда зашел, типа я потратил своих 3 отмычки, чтобы зайти куда? А, ну еще есть 2-й этаж, простите. Наверное, все самое интересное происходит именно там. Блин, что-то блестит. Это замок-то блестит? Обалдеть. Ладно, пошли на 2-й этаж. Ага.
Все лицо в втором этаже. А, ну вот, снаряжение какое-то. Снаряжение особой одежды. Я в курсе, что такое снаряжение. Шляпа. Кажется, автомат... Так, что она делает с железной алиби? Все сложнее обнаружить. Кажется, автоматическая тюрель... А, ну это херня. Типа, я, конечно, возьму с собой, но одевать не буду. Типа, отдаляет время обнаружения тюрели. Блин, хрень полная. Полная хрень, блин. Что-то еще можно открыть, а? Какие-нибудь другие домики. У меня просто очень много ключей. Я готов открыть все домики. Да что такое, господи? Нажимай Shift, чтобы побежать, блин, открывается Steam, типа. Сэр, вы хотите двоих друзей в Steam, чтобы поиграть в Bioshock вдвоем? Это, сука, соло-игра, тут нету никаких друзей. Так, что у нас здесь? Бар. Бар, в котором люди явно все накидались непонятно чего. Всем плохо. Не работают ноги, они все попадали. Так, использовать, выруби его нахрен. Сольки у меня так на максимуме, а револьвер... Прикольный, но не заходит, потому что слишком много целей сразу тебя бежит, надо стрелять только по головам, поэтому... Особо оценил, он не представляет никакой себя. Так, пистолеты, рояли, труп, спуск вниз. Да, так. Да. Еще твоего прекрасного вина, Джеймс. Считайте, это награда за труды. Не обгорите, усушка. Они издеваются над чуваком? Спасибо. Да, особо сказать, конечно, нечего. Хотел парня спасти, дал в голову, а у меня же там стоит этот электрозаряд, и его, короче, переебало тоже током, и он тоже умер. Издевались над парнем, типа, заставляли подавать ему еду, эти народники все такие властные, стали крутые. Ну, короче, по итогу сдохли все, я не хотел. Элизабет, это неплохой пример, забудь это, выкинь из головы. Прости, брат, ты как бы не стоил того, чтобы умирать, но ты этого не заслужил. Леди Камсток, все дела. Угу. Так, тихо, вот это интересно. Сегодня пророк выступил против своих политических соперников. Он призывает к милосердию, но этой ночью 40 душ навеки упокоились в безымянных могилах. Мой муж не знает жалости, но он отпустил мне грехи, искупить которые было невозможно. Разве могу я отказать в прощении тому, кто с любовью простил меня? Ну, понятно, она тоже, короче, она была нормальной. Нашла деньги. Девочкой, вот, девушкой, женщиной. Вся отбитость исходила именно из этого Камстока. Ну, мы до него доберемся. Мы с ним спросим. У меня очень много вопросов. Я бы сказал, прям дохерище, поэтому. Мы с ним еще поговорим по душам. Так, теперь нужна соль. Пару раз пустил молнию. Так. Тут еще были помещения. Надо осмотреть абсолютно все помещения. Абсолютно все. В этом переулке не было ни хера, снизу не было ни хера. Там я был по полицейской... Точки здесь я открывал, здесь я был, здесь закрыта дверь на максимум, тоже на засовы. Так, а это просто проход как раз таки дальше. Ну ладно, пошли. Город не становится после такого. Да городу пиздец уже, это очевидно. Ну и к лучшему. Нахер нужен плохой город, отвратительный. То есть, если хотя бы какие-то плюсы я видел в городе, типа этого, Восход, как он там был, Восторг, а тот, который был снизу под водой. Там реально были плюсы, там научный город был, где люди типа самые умные развивались, но потом пришла бюрократия и... А здесь вообще все, блядь, на расизме держится. Это не город, это отвратительное место. Народники, огнеметчик, это огнетушитель. Друг с другом бегут, им весело. Классно, это вечеринка, это просто... Да я вообще, я берегусь. Патриот, все дела. Так, тихо, надо ломануть, нужны деньги. А, бабосики, бабосики. О, что, что, блядь, происходит? Кто-то меня валит. Ты чё, мразь? Это вообще тебе нормально, нет? Ба, он там прожимает просто этот патриот. О, ребята, без голов пошли. Пушка, 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 давай, 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 врубай, врубай пушку, врубай пушку. Пошла, родная, пошла, пошла, пошла. Ебаная по нему душит просто. Сейчас, сейчас, сейчас. И этого метался, и того, тихо. Есть контакт. Ты что там бегаешь просто так? Алло, Элизабет. Я, конечно, все понимаю, но... Заткнись. Молодец, блядь, тюрелька просто работала на 5 с плюсом, умничка. Ты что стоит тут живых? Где, 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 где враг? Враг где? Враг? Ах ты ж, падла! Стоять! Стоять, сука! Пошел! Твою мать!
Отмычки, отмычки, это хорошо. Где, 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 где враг, где враг? Его нету больше. Ух! Сочно. Твою мать. Да тихо, тихо. Тай. Так, центральная улица очищена. Теперь можно здесь осмотреться и поискать себе укрытие, деньги, здание. Я так уверенно спешил поначалу, но теперь я понимаю, что я буду здесь очень максимально медленно идти, потому что интересно. Это центральная часть, где жил сам Комсток. Вот так жили богачи, у них красивые дома, бордели, тут все, что хочешь было. Красивые улочки, а мы там, как говорится, жрали непонятно что. Так, это все хрень. Это не хрень. Ну что, прям все здания закрыты? Нет, 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 нет. Отмычки нужны? Можешь это? Три отмычки. Детский садик. Даже это даже не цифры. Готово. Так. Леди Комсток закрашена, типа как ликвидирована, что ли? А может быть в этой реальности ее в натуре убили народники? Прикиньте, реальность, которая, про которую, ну, солгал как бы Комсток, он сказал, что как бы она умерла в природах, но он солгал об этом. А тут в этой реальности ее реально убили народники. У всех на глазах! Сержант оглядел меня и сказал: в твоем роду были выходцы из вигвамов? Да, сынок? Это ложь! Эта клевета преследовала меня всю жизнь! С того дня никто не считал меня товарищем. И только когда я сжег вигвамы со скво внутри, меня приняли как своего. Только кровь искупает кровь. Ну, это то, о чем я говорил, типа, это очевидные вещи. У него вся эта ненависть к другим расам, она у него видит с детства. Его как бы унижали, его он унижает. Это как, типа, в школе, как бы... В начальных школах тебя пиздят, потом ты, когда вырастаешь, начинаешь пиздить малых, типа, это плохо. Ну, то есть, это отвратительно. Как бы, негатив на негатив, как бы, тебя унижали, и, типа, ты решил такой: ой, сейчас тамщу этим засранцем. Так, новый предмет, рубашка, зимний щит, прыжок с аэротрасс. Ой, эти, блядь... Прокачки через аэротрассу? Кто вообще ими пользуется? В игре аэротрасс, наверное, процентов 20 от всей игры, блин, вот просто нахера не нужны. Так, погнали. Тут еще есть помещение? Более интересно, чем это. Это закрыто полностью. Заперто. Стволы, пулеметы. О, этого паренька я не ломал. Надо сломать. Мне надо 500 баксов, чтобы... А, у меня уже 800 баксов, тихо. Тут прям много денег стало падать с этих с трупов, что ли, я не знаю. Так, увеличение обоймы. Тут новые прокачки появились. Прям их. Ох, ёб твою мать, реально привезли прокачки, но вот эти все красные стволы, слушайте. Так, картечница, все дела. Ну, для начала все-таки я, наверное, вкачаю себе. Да. Гипнотизер, мустанг, это все херня. Силового нет, вот наскок, блять. Добавляет взрывной урон, то есть при подлете. Ну, то есть я сейчас пока только вот в основном этими двумя скиллами играю. Подрыв, молния, подрыв, молния. Мне нихера больше не надо. Так, прокачки потом будем смотреть, когда насобираем баксов по 700 по новой. Так, укрытие мне не нужно. Здесь здание заперто. Заперто, заперто, заперто. Заперто. Заперто тоже. Или нет? Нет, заперто. Решил на всякий случай проверить. Мы реальный сад. Нам в ту сторону. Здесь какой-то жуткий поворот. Еще жуткий, страшный. Здесь не по себе. И огромная статуя. Знаешь, я все думаю о твоем видении. Горящий Нью-Йорк. Что-то это должно значить. Да ничего. Я не экстрасенс, подожди, не надо меня пугать. Мы не хотим сжигать Нью-Йорк, Нью-Йорк нормальное место. О чем речь? Ты че? Я не Ванга, ты понимаешь? Как бы я не предсказываю будущее, поэтому просто в голову взбрело. Я такой: о, горит Нью-Йорк. Там еще музыка на фоне играла какая-то. Это вот из Радалета второго, да, какие-то дирижабли летели. Но это просто было видение, как бы, ну, ничего такого прям плохого я не имел в виду. Так, потихонечку двигаемся. Мы сейчас на площади Победы. А, сейчас дом Комстока налево. Мы почти у него уже. А, так... Мы уже у него. Площадь Победы Комстока. Это же круто. Так, деньги. 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 Мне нужно много денег. Есть. Реально, с тех монетов стало падать по 100 баксов, блин. Лови. Еще она прибавляет нам потихонечку. Оп.
Оп. Так, прокачки это есть? Сейчас интересно посмотреть. Это не тот автомат, я их не различаю. Увеличенный урон для картечницы. Для красных, тут очень много народников, надо что-то все для красного прокачивать. Поливалка, нет, я сейчас не с поливалкой, сейчас схожу вот с винтовкой. Уменьшение отдачи, я могу ее прокачать за 700 баксов, но это слишком дорого, блин, капец. А я могу увеличить ее урон. Ну давайте пока это прокачаем. Потом у нас собираем что-нибудь другое, еще прокачаем. У нас отлично. Есть патроны. У нас есть патроны, оружие, ми очень злые. Приехать, захватить ваш станция. Так. Какие-то... Опа. Какие-то защитные точки стоят. А это проход дальше в мемориальный сад. С другой стороны выход, так понимаю, да? Опа. Куда я зашел? За что за мрачный переулок? Ё-моё. Ё-моё. Нам как бы нужно было в дом Констока идти, но что-то меня сюда влечет. Я вижу отмычку. Не знаю что, но меня здесь что-то влечет. Возможно, нужно идти попозже, после дома Констока, но... Не очень хочется. Пулеметик! Моя ж ты зайчка вернулась! Ой, хорошо, как... Блять, сколько лет, сколько зим, брат. Не виделись, просто ты бы знал. Так, ломаем две отмычки. Уже? Давай, наконец-таки пошли растраты отмычек. Мне это нравится. Чертовски нравится. Готово. Кстати, давненько не было этих прокачек, в смысле вот этих баночек, чтобы там щит докачать. Колумбия. А, ну здесь, походу, дальше прохода нет. То есть просто я зашел, чтобы забрать этот сейф. Ну, не зря зашел. Здесь тоже заперто. Дом под воду ушел. Я могу здесь пройти чисто в теории? Да, могу. Блин, тогда, слушайте, может быть, все не так уж просто. Сады памяти. Но дом Комстока наша цель, типа, окончательная. Я же правильно понимаю? Здесь-то погулять можно, получается? Вдруг что-нибудь найдем, как говорится? Так, ну пойдем погуляем. Здорово, мужик. Хорошо? Так он ударился. Бывает, бывает. Только штука такая опасная, да. Да, здесь какие-то тупики, но мы к ним приходим для того, чтобы что-то здесь найти или увидеть. Сожгли все нахрен, эти народники. Я вот не знаю, вот в их умах они реально сделали лучше, чем было. Вот чем это лучше, чем было-то? Вот у меня вопрос. Они же могли спокойно, типа, ну, свергнуть, грубо говоря, эту власть, которая здесь конченая была, да, вот как бы нынешняя, да? И просто поставить свои порядки, и все. Ну, то есть, зачем все разъебывать-то, я не понимаю. Но мы отомстим! Они принесли нам вред, и что, вы по итогу будете жить в такой залупе, как бы. Прикольно, поздравляю вас. Ваша логика просто неоспорима. Опа, враги пошли. Так. Так, мы на верном пути или не на верном пути? Ля, ля, ля! Гранатометчик! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что происходит? Непонятно. Тебя почти не видно, дружище. Ты просто невидимка. За Фицрой, говорит. Сейчас будет самое веселое, если нам реально потом игра попросит, типа... Владислав, пожалуйста, вернитесь обратно, вы засунули свое лицо, туда куда не нужно, типа, слишком рано. Но я реально пока просто куда-то иду. Раз игра не ограничена, значит, ты можешь сюда идти. Логично, логично. Ля, 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 по нам палят, по нам палят. А, переулочек, в котором нету ни хера. О, кто это сделал? Кто это сделал? О, а! Это ты! Сука. Сука. На! Он уже без башки. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ой, ну а это была ошибка. Теперь я сделал его своим другом. Я не хотел этого делать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тихо. Я хотел молнию. Во-во-во, все нормально. Только не взрывайся. Так, куда мы движемся-то? Какой-то магазинчик непонятный. С едой. Подсобка. Патроны, еда. Ну, у всех же, конечно, в подсобке есть патроны для пистолета. Это очевидная вещь. Много отмычек не бывает. Да. А где отмычка? Подожди. Стоп, где отмычка?
А, на полу, ёб твою мать. Здесь просто пистолет. Не заметил. Спасибо, что подсказала. Лаборатория Лютес. Да. Заброшена. Заброшена. И она закрыта. Ну да, я пришел туда, типа, куда было слишком рано еще идти. Я не мог остановиться. Любопытство вело меня по пути, собственно, любопытство. И привело меня сюда. Опа. Отмычки вскрывай. Зато я потом смогу просто пройти, как бы прямой, зная, что ты все нашел уже, и просто в лабораторию Лютес, как бы. А в лабораторию Лютес мы узнаем, как делались эти разломы, сестра, брат, вот эту всю херню. Все подноготно это узнаем. Так, что у нас здесь? Книжки. Книжки, еда, еда, книжки, 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 еда. Ага, и прокачка. Так, шанс писать, что враг убитый энергетиком, ловушка станет призрачным союзником. У меня такая уже есть, поэтому... Все реально уже, по-моему, повторяться начали. У меня такая штука уже была. Здесь, короче, же хрена ничего интересного нет абсолютно. Плюс я, получается, заранее убил врагов. То есть я реально до потом, когда возвращаться, здесь просто пробегу на похер и все. Тихо, 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 тихо. Опа, это те самые брат с сестрой? Не понял момент. Это те самые брат с сестрой. Так. Много отмычек не бывает. Отмычку видишь? Где? Где отмычка? Где отмычка? В смысле? За это меня совесть мучить не будет! За что? Так, стоп, подожди, я сказал, много отмычек не бывает. Где ты видишь отмычку? Она думает, что это симпатия. Какая симпатия, подожди. Отмычка-то где? А, все, заметил. Да подожди ты. Так, теперь по поводу прокачки. У нас появились деньги. Мне что-то так сильно понравилась снайперская винтовка, что я захотел ее прокачать, честно говоря. Здесь что-то для прокачки для снайперской винтовки. Прямо я с нее так хорошо по голове начал сшибать. Мне прям зашло. Так, увеличенный урон градобоя. Винтовка, винтовка. Во, увеличенный урон снайперской винтовки. Давай. Так, осталась последняя прокачка на винтовку. Где она? Сниженная отдача. 288, хотя 20 баксов. Чёртов. О! Тут будет 20 баксов, а ты потом нет. Просто моя ж ты, зайчка, я бы тебя просто расцеловал. Снижение отдачи. Так, ну вы прокачали на максимум. Все, красиво. Что с тобой не так? Я могу с тобой поговорить. Она убирается в разрушенном доме. У нее тут квантовые какие-то преобразования, ее жестко штырит. Я так понимаю, эти ответы мы получим уже потом. Так, сумочки, деньги. Так, здесь закрыто, проход дальше, здесь я был, не могу остановиться, хочу идти дальше. Хотя мне нужно в дом Комстока, это довольно смешно. Реальный сад. А, ну мы уже, походу, да, мы по кругу возвращаемся, все. Понеслась. Что, хэм? И хэм ко мне здесь. Пошли к Комстоку. Опа! Я знаю это место. Это дом Альберта Финка, я так люблю его музыку. Интересно, он здесь? Навряд ли Альберт Финк, который оружейник здесь. Выпускать трюк, выпускать шкафчик. Это, походу, есть Альберт Финк. Ты это можешь открыть? Нет, скорее всего, не может. Так, деньги, разломы, прокачки. А вот и, походу, Альберт Финк. Дорогой брат, эти дыры в воздухе продолжают приносить дивиденды. Не знаю, у какого музыканта ты заимствуешь ноты, но если он хоть в половину так же гениален, как биолог, за которым я слежу, быть тебе новым Моцартом. Ни черта не понял, но очень было интересно. Так, ладно, пошли в дом Комсток. Я так понимаю, сюда мы потом чуть попозже вернемся. К этим братьям, потому что дом был закрыт именно сеткой игровой. Мы многое смотрели, было довольно интересно. Патронов мало на винтовку, тоже неприятно. А везде, в принципе, мало патронов. Я понимаю, что за дом, как бы дом Комстока, это очевидно. Опа! Чудесное дитя!
Здравствуй. Мне жаль, что твоя мама, леди Комсток, умерла. Уверена, твоя была получше моей. Может, скажешь, почему башня закрыта? Сначала болтали, что из-за погоды, потом из-за оспы, потом, что там привидение. Обещаю, я сохраню твою тайну. Твоя подруга по переписке... Леди Комсток, как приятно видеть вас. Твоя подруга по переписке, Констанция. Прекрасно, что вы к нам добрались. Особенно учитывая тот факт, что вы умерли 19 лет назад. Что? Леди Комсток? Платье. Машина приняла меня за мою мать. Как странно, у ваших пальцев изменились отпечатки. Вам не здоровится? Ничего не выйдет. Попробуем. Твоя мать мертва, Элизабет. Да. Пришла пора взглянуть на ее могилу. Идем со мной. Так. Все оказалось немножечко сложнее. Дед, не тупой тут. Система с отпечатками пальцев, еще и с камерами в этих глазюках. Классно. Так, куда на могилу? Так, веди, куда идти-то? Слушай, а подожди, у нас карта-то есть? Куда идти? Найдите могилу Леди Комсток, чтобы открыть ворота, нужны отпечатки пальцев. А Леди Комсток... Я понимаю, что она хочет, она, наверное, хочет подойти к могиле, разорвать пространство и, ну, типа, достать ее живую тушу. Так, а где ее погребальное место? Показывай. Я как бы за тобой иду. Я-то не шарю, где похоронят твою маму, правда. И? Так, я иду за тобой или ты идешь за мной? Подожди. Что-то я понять не могу ни хера. Мы просто возвращаемся обратно, это же не то. Так, подожди, давай сориентируемся по карте. Тут вроде как все расписано. Так, Эмпария, Аллея Гармонии, фотостудия, Площадь Победы, Дом Комстока, Мемориальный сад, Чудесные мелодии, Лаборатория, Рынок Лютес. А где могли похоронить твою маму? Скажи мне, пожалуйста. Так, стоп. Что за херня? Что за шарады? Это открытый мир в Биошоке меня пугает. Он слишком открытый. Где? Стоп, мемориальный... Ну, наверное, мемориальный сад. Может быть, здесь, типа, мемориал, все дела. Получается, мемориал воздвигнут именно твоей маме. Вдруг это есть какая-то логика, я не знаю. Нихера себе, она ускорилась. Похоронена моя мать. А, кладбище, точно. Вы же проходили здесь. А я уже и забыл. Так, говоришь, здесь похоронена, понял. А мы в эту сторону в прошлый раз не ходили, потому что я чуть не увидел. Заход направо. Куда ты идешь? Идем. Да что мы ищем? Ну как бы могилу, это очевидно. Ты что, тупой что ли? Дробовик, нам предлагается дробовик. Сейчас здесь походу будет призрак, я готов. Я, блядь, готов ко всему. Так, Джимми. Спасибо за соль. Спасибо за броню, ребята. Вам нужно же нам сейчас воевать с призраками придется. Это довольно опасная тема. Так. Конечно, довольно интересно. Кладбище на лесу в парящем городе. Скорострел даже предлагается взять. Такое себе. Основатели тут. Их всех сожгли. Мне еще так этим народникам ненавидь тысячекратно выше, чем с этим основателем. Прям пиздец. Я просто питаю ненавистью к этим засранцам, которые слетели с катушек и стали более безумными, чем эти основатели. Эти-то просто эксплуатировали в плане работы. Там иногда издевались. Держи, да? Я понимаю, это тоже плохо, но... Где-то совсем ёбнулись. Медикаменты, нагреватель. Тут вокруг слишком много оружия. Это прям, ну, просто говорит мне о том, что сейчас будет замес. Так, флаг стоит. А, ну у нее был особый мемориал большой. Сейчас, секунду, мы осмотримся. Элизабет, ты пойдем к твоей маме. Просто надо быть готовым ко всем нюансам. Ну, вроде бы все. Поднялся призрачный туман, конечно, куда без него. Опа! Проход к прокачке. Как же эта штука открывается? Я почти уверен, что это связано с этими факелами. Может, их нужно зажечь? А ну, подождите, у нас же есть эта поджигалочка? Я могу с помощью нее зажигать? Блять. Нет, не горит. Странно. А я очень хочу открыть эту дверь.
Или оно загорелось? Нет, это просто ловушка возникла. Это, блядь, должен быть ключик. Реально слишком много оружия. Чё, трупов. Патроны на винтовке, на снайперскую. Ладно, пошли зайдем. Ага. Фон! Вот этот! Сейчас. Зачем было так орать? Это просто замок. Это могила твоей матери. Ее похоронили в герметичном склепе. С ее отпечатками мы откроем дом. Она твоя мать. Мать, оставившая свое дитя, не вызывает у меня большой симпатии. Остановись, подумай, что ты делаешь. Ты откроешь дверь или мне идти туда без тебя? Ладно, пошли. Она решила просто, говорит, заняться раскопками. А-а-а, я понял. Она типа еще, ну как сказать, тело, организм жив, она как вождь мирового пролетариата. Как дела? Все лежишь тут, взаперти. Похоже, у нас с тобой много общего. Давай лучше я. Нет. Я все сделаю. Ладно. Смотри с другой стороны. Я понял. Что? Видишь, дитя? Ты пошла за ложным пастырем, а он увел тебя с пути. Ебать! Разве может лев спокойно смотреть, как мучается его львенок? Его, ну, раз не пожалеешь, ребёнок... Как? Что сделать-то? Что сделать? Что сделать? Не слушаешь меня? Что, блядь, происходит? Я... Элизабет, нет. Ты в порядке? Куда она делась? Подожди, попробуй успокоиться. Нет, мне нужна эта рука. Элизабет... Почему твоя мать призрак? Она не... Мои силы зарядили эту штуку, и открылся разрыв. Ясно. Будем иметь в виду. Нихера не понял. Так, ну короче, какие-то ультразвуковые... Ёб твою... Победите, леди Комсток! Призрак, леди Комсток! Призрак?! Ой, игра набрала нужные обороты, ебать. Вот это красиво. Ну, понеслась, что понеслась. Что, мы воюем с призраками? Она тут целую армию поднимает, я скажу так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, мне нужен скорострел. Элизабет? 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 Так. Ух, ебать, сейчас повеселимся. Ля-ля, она всех поднимает. Она поднимает всех призраков. А почему призраки, как говорится, делают мне физически больно? Это же нормально. Уже с разных реальностей. Говорит, вырву сердце. Какая злая, блядь, тетка. Что происходит? Тихо, 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 тихо. Всех в мясо, всех в расход, блядь, боец, отдыхай. Ты же отвоевал уже. Тихо. Тихо, 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 подрыв. Броня есть, побежали. Побежали, побежали. Была хпшка, давай, 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 оп. Киляемся, оп. А что, призрак любит молнии, интересно, или нет? Лё, что происходит? Где мамаша, блять, кончились боеприпасы. Стоять. Ну она, блядь, сука, полетела. Куда ты полетела? Куда ты полетела, малыш? Сука. На. На. Ушел, ушел. На! 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 Подрыв, подрыв! Кончилась соль! На покеру! Так, где мой стол, где мой стол, где мой стол, где мой стол? Нашел стол. Соли, спасибо! Спасибо! Классно, 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 классно! Что, где, что там разоралось-то? Сука, сломайте ей хлебало! У него фул хп до сих пор! Пиздец, она живучая! Спокойно! Да подожди ты! На! Просто эшкеревля понеслась. Сука. Там были жизни, я помню. Были жизни. Там были жизни, там были девчата. Та-та-ра-та-та, та-та-та-та-та. Ушел. Ушел.
Где леди Комсток? Где леди? Леди, мэм, я пришел за вашей душой. Это дробовик. На, Лазарь. Контрольный Лазарь. Сергей Лазарь. We are the only one. Распелась песня на Евровидение. Тихо, я тоже закончил. Я еще очень даже закончил. Так, мне нужен дробовик. Элизабет. Лопа кончилась, мне нужен дробовик. Все, понеслась, жесткая жаришка понеслась. Так, сколько нашли, хорошо. Сука! Я иду к тебе, тетечка. Только не уходи. Уходи, дверь закрой. Я тебе сейчас разъебу. На, жизни, давай. Спасибо. Подорвался. Восстановил щит. Просто на имбалансе. Хил. Снес. Блять, уйти. Хорошо ушел. Воу. Просто усиленная стрельба. Усиленный дамаг. Все усиленное. Диана, подрыв. Минус лицо. Где ваша хозяйка? Куда она делась? Какой-то жирный. А сдохни ты уже, мразь. Все, уходим. Да кто она? Ух! Да кто она? Живая или мертвая? Зачем спрашивать что? Если правильный Опа. Вопрос, когда? Вся разница между прошлым и настоящим... В семантике. Живет, жила. Умрет, умерла. Воспринимаем мы время, как оно есть. Никому не были бы нужны эти учителя грамматики. Как и все мы, леди Комсток вне времени. Она и жива, и мертва. И чувствует это. Ее состояние ей не нравится. Восприятие без понимания. Опасное сочетание. Смотри. Она идет довершить начатое. Надо пойти за ней. Убедить ее открыть ворота в дом. Да какого здесь происходит? Здрасте. Вы копаете, да? То есть для солдат, спасибо, это очень хорошо с вашей стороны, вы очень любезны, вы помогаете ребятам не остаться. Это очень земля, скряга, блядь. Фу, блядь, скряга. Каждую копейку свою берёг, ужас. Просто ужас. Так, мы можем, кстати, там замок заспавнить, чтобы ты его ломанул или нет? Блядь, я не понимаю, какую-то штуку вскрыть. Стоп, мне это не нравится. Это какой-то тайник, он должен как-то вскрываться, только я не пойму как. Что-то здесь должно делаться. Я думал, что она здесь покажет замок и типа и откроет его, но нет. Так не получается. Как эту штуку вскрыть-то, ё-моё? Элизабет, как эту хрень вскрыть? Она должна вскрываться, это просто очевидный факт. Эти два, конечно, типа меня просто пугают. Вообще такую тему с временем, она вне времени. Она и там, и сям, и эдак, и вот так вот. Это как, знаете, в фильме «Прибытие», короче, про пришельцев. Там у пришельцев они видели типа время по-другому, они видели его циклично. То есть у них не было смерти, у них было состояние смерти. То есть человек не умер, он как бы он... Сейчас просто находится в процессе смерти, а потом как бы он воскресает. Все типа циклично, все имеет начало и конец, типа все в кругу и вот как-то так. Так, отмычки нашли. Блять, не могу найти эту... Тут есть какой-то тайник, скорее всего, то есть какая-то кнопка открывающая, но я что-то врубиться не могу. Вот эта штука, нет? Кстати, дробаш реально очень даже годен с моей новой системой игры, то есть с этим подрывом, но винтовка... Открой! Слишком хороша. Здесь должна какая-то кнопка быть маленькая. Это типичный биошок. Какая-то микрокнопочка, открывающая проход в этот тайник. Но мы сейчас просрем, не знаю, очень много времени на эту тему, если прям жестко за это впрягусь. А я хочу это открыть. Вот в чем проблема. Вдруг там та самая уникальная мега-супер-ультра-прокачка, которая позволяет тебе становиться полубогом. Или полупокером. Потому что пойдет. Ну, вряд ли мы сюда вернемся еще раз, но это было бы довольно странно. Ай, ладно, короче, знаю, тут как-то завязано на этих вот факелах все это дело, но каким образом, точно я не понимаю. Тут, блядь, стоит маленькая девочка, может быть, есть какая-то кнопочка, нет, девочка, ничего нет. Ой, ну и ладно, короче, пошли по следам. Просто пошли по следам.
У нас патроны кончатся вообще абсолютно везде. Досадно, что ты не можешь войти в дом Комстока без нее. Она выглядит не слишком дружелюбной. С ней можно найти общий язык. Сперва надо найти три истины. Которые в этом мире Комсток уничтожил. Ах, если бы кто-то из вас двоих мог изменять пространство и время. Это пришлось бы очень кстати. Так. Найдите три разрыва. Сколько сарказма. Они все такие ученые, что-то эти ебанутые. Не так, леди Комсток. Да, я заметил. Она призрак. Здесь что-то не так? Здесь не место. Ну да, ей здесь не место, она умерла. Что-то сквозь разрыв, но... Она ли? Так, ну и понятно, она пошла в разных направлениях гулять. Пошли поищем разрывы. Мы что, обгоняем ее, что ли? Ты боишься тока? В смысле? Почему она там остановилась? Почему она там остановилась? Ты боишься электричества? Что? Куда делись ее потрясающие ножки? Мне почему-то кажется, что один из разрывов будет в доме этих вот этих ученых. Я в этом практически уверен. Может, она сразу просто бежать с запасом. Так, крюк. Я здесь подожду. Мы получаем доступ, там аптечка. А, ну в принципе особо мы нихера не получаем. Опа, опа, в смысле, я ж вас уже убивал, какого хрена? Нормально, хиляемся. Брат. Ох, бля, хорошо. Так. Тихо. Я кончусь боеприпасы, надо купить себе патронов пойти. Просто кончились боеприпасы нахер на всем. Там был, по-моему, автомат. Если не ошибаюсь. Не хочу менять этот автомат, потому что он слишком хорош. Мне нравится. Он лучше, чем все виды оружия в этой игре. Так, ну это было очевидно, что в одной из сторон надо будет зайти в базу к этим странцам. Так, здесь у нас есть патроны. Патроны на... Как он называется? Пулемет там или как? Припасы для пулемета. На все бабки затарься. Красиво понеслась. Так, ну да, да, все, теперь у нас все открыто. Заходим. Элизабет. Серьезно? Да. Вот этот старый замочек? Конечно, ломай его, даже не спрашивай. Тут видишь, твоя мать, ты не можешь зайти тоже, потому что дверь срана не пускает ее. Чертова дверь. Так, научные комплексы, Тесла, стоят всякие здесь невероятные приборы. Скляночки, лампочки. Двери, которые ведут нас дальше. Отмычки, 21-я отмычка. Это классная у вас хата, ребята, была. А вон и разрыв. Это исполинский, невероятных размеров. Куча приборов. Какую-нибудь записку, что ли, здесь найти, чтобы для информации получить. Для потока информации. А вот это разрыв. Да, это разрыв. Там есть что-то? Там что-то есть, очевидно. Хотим? Не, подожди, пока не открывай. Я еще не готов к этому. Оп! Кажется, Комсток стал стерилен из-за нашего изобретения. У меня есть теория. Как гены родителей ослабляют друг друга, соединяясь в ребенке, так и множественные реальности в соединении обезличивают наш мир. Человек теряет то, что делало его уникальным. А, так он детей иметь не мог? Он стал стерилен? Блядь, тогда у меня еще больше вопросов. Кто Элизабет, как, вообще, откуда, почему, зачем? Федор! В конце концов-то вот Федор-то, это же очень важно. Подержи так, деньги. Себя. Давай. Подержу у себя, потом отдам, не переживай. Так. Наконец-таки, спустя, ну, ультра долгое время у нас тоник появился. Комсток сломал наше изобретение. Однако мы не умерли. Теория. Мы рассеяны по пространству вероятности. Но мой брат рядом со мной, и поэтому я спокойна. А вот он нет. Это дело с девочкой осталось незавершенным. Но, возможно, есть человек, который довершит начатое. Ну, короче, он начал сувать свой нос в эксперименты, и эксперимент пошел по тренде, их разорвало по разным реальностям. Понятно. Так, максимально прокачиваем. Все. Блеск. Блеск.
На самом деле этой информации крайне мало, прям. Ну, либо я какой-то тупенький стал, знаете ли, в последнее время. Либо игра так подается довольно странно. Типа, это просто... Что там шепчешь? Ну, ты до сих пор здесь, что ли, стоишь? Информация подается по крупицам, прям по крупицам просто. Уверяю, я не питаю к вашему пророку сексуального интереса. Не мадам Лютес. Более того, он бесплоден. Это ложь! Забери свою девчонку! Ей не место в моем доме! Где? Что происходит? Не понимаю, я не вижу. Бесплоден? Они мои родители. Что? Тогда кто ты им? Ребенок, которого они держали в клетке. Да то, что ты эксперимент, это понятно. То что, Элизабет, не их ребенок, это давно стало ясно, что она просто эксперимент. Ты сказала, ей здесь не место. Да. Что ты имела в виду? Она дикая. Как отражение чего-то... Ну, не знаю. Так, ладно, погнали по следам дальше. То, что Элизабет не их ребенок, это стало очевидным очень давно. Нам это нихера особо-то не дает, вот в чем проблема. Абсолютно нихера не дает. Я видела знаки. Я знаю, что будет. Так и что будет? Ну как бы оповести, да, нам очень интересно, если ты знаешь, что будет, давай. Так, куда она повернула? Куда повернула твоя мама, ты в курсе? Ты видишь ее следы? Я просто их не вижу, я их потерял. Твоя плоть! Тихо. Обуглится! А, мы здесь типа не были с враги? Ой. Я там, сука, плоть обуглится. Да подождите. Давай. Вот спасибо. Спасибо. Сейчас. Я этому парню башку разнесу. Нормально. Долго ложь! Да сука! Это все, что есть пока! Да нормально! Он уже сдох! Сука! Так, тут можно было что-то скрыть. Смотри отмычкой, открывай. И больше нету никаких проблем. Открыл. Что-то я какой-то слишком веселый сегодня, не знаю почему. Так, братья Вилсоны и Ко. О, манкисты добрались до их основного заведения. А здесь у нас тоник. Пошли хпшки в гору. Блин, я почти все хпшки нашел, мне кажется. Тут все прокачки. Может, пропустил, конечно, парочку десятков штук, но это не важно. Потому что, как бы, я вкачал на фулл щит, на фулл ману. Осталась только жизня. Так, ладно. Значит, мы в этой стороне, получается, не были, что ли? Или что, или как? Я вроде бы обшарил все проходы, но этот квартал, скорее всего, пропустил. Не поэтому, какой причине. Значит, где-то здесь есть следы твоей мамы, раз мы здесь не были. Да прольется кровь основателей. Так. Пахнет разрывом. А здесь пахнет проходом. И она может открыть. Тут замок. А, вон, мать находится за дверью, я вижу. Так, деньги мы забрали. Чудо. Была деньга. Интересно. Букер, вот смотри, так. Там отмычка. Где? А, спасибо. Поддерживаем баланс отмычек на уровне 20. Еще парочку отмычек, да что ж ты будешь делать-то? Тут столько дверей просто нет, сколько я отмычек уже нашел. Можешь это открыть? Открывай. Нет проблем. Да, подожди, да я пройду. Все, книга, ключ. Опа. От шифра. Интересно, ты сама шифровка? Твою мать! Дополнительно найдите шифровку глаза. Я нашел книгу, но не нашел саму шифровку на стене. Бля, это плохо. Обычно, когда находишь шифровку, типа найти, ну, то есть я обычно работал в обратной системе, а здесь... где-то по городу есть заведение, где написано на стене что-то интересное. Бляха. Ну, смотрите, оба глаза, где-то что-то есть. Это она? Нет, таких надписей по городу просто тысячи было. Это явно не она.
Так, мы открыли какую-то дверь, я здесь не был. Или был? А, это центральная улица, где мы, по-моему, воевали. Только я... Да! Это просто открыло проход с обратной стороны. А для чего? Может быть, это... Опа! Здравствуй, жопа, Новый год. Ворон, так страшно-то. Нифига не страшно, тебе пиздец, брат. Тебе пиздец. На, всем по молнии раздади. Хорошо, хорошо. Классно. Бля, вы ворон, ты птичка, птичка наша родная. Сейчас, сейчас всем будет весело, спасибо. На, сука, я чувствую себя просто рейденом. Больше врагов. Я вернусь к банку, там же была дырка, теперь куда она находится. Красиво. Что, я умираю? Так, я всю серию ни разу не умирал. И вот этот какой-то залет непонятный. Что это сейчас было, блядь? Как меня убили? Это невозможно. Засранец. Там даже двое было. А, там бронированный мир был. А и хер бы с ним. Просрал все патроны, правда, но это бывает. Это нормально. Так, у него была еще одна ключка. Так, да-да-да, я помню, здесь был проход. Шифровка. Блин, теперь я буду искать шифровку постоянно. Шифровка. Обычно это какая-то надпись, которую нужно найти, чтобы сопоставить с книжечкой и разобраться, что да как. Банк пророка. Перепи-перем-пумс. Честно говоря, я не помню ничего такого. То есть каких-то уникальных надписей я не помню. Так, где-то можно купить патроны? Это прокачка. У нас уже 100 баксов. Мне пока нечего прокачивать. Это тоже прокачка. Мне пока нечего прокачивать. Я хочу купить все патроны. Нашла деньги. Спасибо. Деньги всегда очень даже. Так. Прольется кровь основателей. Это мы в прошлый раз... А, мы в прошлый раз прошли по левой стороне. Теперь Колумбия принадлежит народу. Да, эти надписи тоже были по всему городу. Ладно, не хочу сейчас круг наворачивать. Пойду сейчас схожу наверх в банк. Она как раз таки идет в ту сторону. Ну, скорее всего, в банк. В банке есть один из разрывов, который нужно мне осмотреть. Очевидная вещь. Там есть вон в какой-то второй ряд платформ. Дорожных, которые, возможно, нас может вывести на верхний ярус. Вот еще прикол. Да, сейчас надо посмотреть. Оп! Красиво. Попал на второй ярус. Здесь у нас есть гранатомет. Так. Патроны. Ты сюда как спрыгнул? Дверь заперта. А это нет, отмычки. Давай. Какая ерунда. Какая ерунда. Давай открывай, блядь. Потерничать. Она, конечно, стала слишком веселая. Молодец. О, записочка, это хорошо. Так, от сестрички. Я остановила атом в воздухе. Мое изобретение коллеги назвали квантовой левитацией. Но это вздор. Левитация – удел магов. Мой атом просто отказался падать. Если можно подвесить атом, то почему не сделать то же с яблоком? Или с целым городом? Действительно, это же так легко, как бы, ну это же очевидно. Ну как вы могли этого не понимать? Так, столько деньги в ящиках. Все забираем. Вроде бы ничего здесь больше интересного. Я прям особо такого не вижу. Здесь стволы лежали. Вообще, на самом деле, нет. Ради записок я готов открывать отмычки. Типа, они позволяют нам понять немножко больше. Ладно, была бы отмычка, Элизабет сказала бы об этом, это 100%. Попасть дальше я же могу. Я могу на крышу слезть? Я могу слезть даже на крышу. И на ней найти труп снайпера. Там проходов я не вижу. Блин, теперь приходится прям каждый уголочек обсасывать. Нашли снайпера и патроны. Спасибо, брат. Это проход? Нет, это просто решетка. Орел. Ну, никаких надписей я не вижу здесь, честно говоря. Которые бы позволяли бы мне открыть шифр.
И дальше дорога эта стремительно уходит вниз. Она здесь очень открывает. На том потрясающем балконе тоже нихера не вижу. Ну, значит, просто пошли в банк. Ауч! Бивает. Как это связано с моей матерью? Не знаю. Ну, банк? Банк связан со всеми людьми? Воу-воу-воу-воу. Банк так или иначе связан со всеми людьми. А чё мне так херово-то стало? Что-то ей здесь вообще не нравится. Ты что, ей матери здесь вообще не нравится? Она прям это, её глючит. Ой-ё. Это мы зашли в хранилище или куда? Что-то я не хочу спускаться вниз, не знаю почему. Слушайте, я, наверное, предлагаю на этом случае пока эту серию, ребят, потому что, ну, типа, до хера мы тут уже наиграли, и надо это все обмозговать. Пока я теперь понимаю, в чем суть Биошока 3. Я могу построить миллиард догадок, своих мыслей, но реально нет смысла. Ничего не понятно. Ну, кроме того, что город основали братья, они здесь всем занимались. Это их эксперимент вышел из-под контроля, их Комсток, так сказать, поверх. Но во всем остальном есть просто только догадки, но точной информации нету. Будем разбираться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.